Здравствуйте! Сегодняшняя лекция посвящена структуре данных, которая называется B-дерево. Я начну сначала с постановки задач, которую оно решает, и сравню его потом с известными структурами данных, которые решают эту же задачу и немного порекламирую эту структуру данных B-дерево. После этого будем разбирать детали реализации этой структуры данных и ее анализ. Итак, задача, которую в первую очередь решает B-дерево и некоторые другие структуры данных, это построение словаря пар-ключ-значение. Вы все знакомы с таким словарем из стандартных библиотек многих языков программирования. Например, в C-Sharp это Sorted Dictionary, Sorted Set, в C++ это Map Set, в Java это Tree Map, Tree Set. Они поддерживают обычно стандартный набор операций вставки ключа и значения, удаления по ключу пары ключ-значения и запроса по ключу, ассоциированного с ключом значения. Вы уже знакомы с такими структурами данных в контексте лекции о хэш-таблицах. Но здесь отличие от хэш-таблиц в том, что рассматриваемые в этой лекции структуры данных могут выполнять эти операции за O от логарифм N. Причем это гарантированное время, а не ожидаемое время, как в хэш-таблицах. Далее в хэш-таблице иногда может перестраиваться. То есть хэш-таблица вставляет последовательность пар ключей значения в словарь, и с определенного момента, когда словарь переполняется, хэш-таблица за линейное время, за O от N, перестраивает весь словарь. И у структур данных, которые мы сегодня будем рассматривать, такой проблемы нет, у них у всех гарантированное время работы. Ну, конечно, стандартные библиотеки, которые вы используете, не нужно их переписывать, а весь интерес структур данных, которые мы рассматриваем, в том, что помимо вот этих операций вставки, удаления и запроса, вы можете поддерживать еще ряд операций, выполнив некоторые действия, дополнив B-дерево, либо другую структуру данных, которую рассматриваете, дополнительными структурами. Итак, какие еще операции? Во-первых, можно считать число ключей меньших данного. То есть вы поддерживаете стандартный словарь со вставкой и удалением и можете каждый раз спрашивать, а сколько ключей меньше вот данного ключа А? И все это выполняется за гарантированное время O от логарифм N. То есть как будто вы выполняете бинарный поиск. Можете в отсортированном порядке вывести за линейное время все в текущий момент содержащиеся в словаре ключи. И можете найти n-ты по возрастанию ключ. У вас каждый раз в вашем словаре хранится набор ключей, они упорядочены, и они как бы отсортированы там внутри, но они хранятся не как отсортированный массив, но при этом вы можете за O от логарифм N найти n-ты по возрастанию ключ, потом модифицировать словарь, вставка и удаление и опять найти. И, наверное, наиболее интересная операция, которую мы сегодня рассмотрим, это операция вычисления суммы или минимума значений, ассоциированных с ключами из заданного диапазона. То есть все то же самое, динамическая структура данных, в ней удаление, вставка, запросы, и помимо этого вы можете для любого диапазона посчитать сумму, ну либо при желании минимум или максимум, или на самом деле еще ряд операций для ключей из данного диапазона. Итак, как все это реализовывается? Это довольно мощная структура данных, которая бы поддерживала все эти операции. И стандартная реализация всех этих операций через дерево поиска.